Антон Павлович Чехов. «Женское счастье». Читает интеллигентный кот, как будто вы. Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина. К дому покойника, где гудела похоронная музыка, и раздавались командные слова. Со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами. «Нельзя-с!» – остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. «Нельзя-с! Прошу немножко назад, господа, ведь это не от нас зависит. Прошу назад. Впрочем, так и быть, дамы могут пройти. Пожалуйтесь, мадемуазель. Но вы, господа, ради бога». Жены Пробкина и Свисткова зародились от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь. А мужья их остались по сию сторону живой стены и занялись содержанием спин пеших и конных блюстителей. «Пролезли», — сказал Пробкин с завистью и почти ненавистью, глядя на удаляющихся дам. «Счастье ей-богу, этим шиньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как ихнему дамскому. Ну что в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрассудками, а их пропустили. А нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пустят». «Странно вы рассуждаете, господа», — сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина. «Пусть и вас, так вы сейчас же толкаться и безобразничать начнете. Дама же, по своей деликатности, никогда себе не позволит ничего подобного». «Оставьте, пожалуйста», — рассердился Пробкин. «Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтоб ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего. Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщины в солдаты не берут, а на танцевальные вечера им бесплатно. И от телесного наказания освобождают. А за какие, спрашиваются, заслуги? Девица платок уронила, ты поднимай. Она входит, ты вставай, давай ей свой стул. Уходит, ты провожай. А возьмите чины. Чтобы достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить. А девица какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским советником, вот уж она и персона. Чтобы мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, шибку взять, в министрах побывать. А какая-нибудь, прости господи, Варенька и Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутится перед графом шлейфом, пощурит глазки, вот и ваше сиятельство. Ты сейчас губернский секретарь? Чин этот ты себе, можно сказать, кровью и потом добыл. А твоя, Марья Фоминишна, за что она губернская секретарша? Из Поповины прямо в чиновницы. Хороша чиновница. Да ты ей дай наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящую». «Зато она в болезнях чад родит», — заметил Свистков. «Велика важность. Постояла бы она перед начальством, когда он холоду напускает, так ей бы эти самые чада удовольствием показались. Во всем и во всем им привилегия. Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего ты и при экзекуторе не посмеешь сказать? Да, твоя Марва Фомишна может смело со статским советником под ручку пройтись. А ты-ка возьми, пройдись и возьми статского советника под руку. Возьми-ка, попробуй. В нашем доме, как раз под нами, брат, живет какой-то профессор с женой. Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет. А то и дело слышишь, как его жена чешет. Дурак, дурак, дурак. А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законная, так тому и быть. Испоков векон так положено, чтоб законные ругались. Но ты возьми незаконных. Что эти себе дозволяют? Во веки веков не забыть мне одного случая. Чуть было не погиб, да так уж, знать, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск к себе в деревню, меня взял с собой корреспонденцию вести. Дело пустяковое, на час работы. Отработал свои, ступай по лесу ходить или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал человек холостой. Дом полная чаша, прислуги как собак, а жены нет, управлять некому. Народ все распущен и непослушен. И над всеми командует баба, экономка Вера Никитишна. Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит. Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит. Толстая, красная, визгливая. Как начнет на кого кричать, как поднимет визг, так хоть святых выноси.
Не так ругать мне да ее донимало, как этот самый виск. О, Господи, никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня бестия задирала. Ну, думаю, погоди, улучшу минутку и все про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадываешь и народ жуешь. Постой же, открою я ему глаза. И открыл. Брат, глаза да как открыл. Чуть было у самого глаза не закрылись навеки. Что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору. Вдруг слышу визг. Сначала думал, что свинью режут. Потом же прислушался и слышу, что это Вера Никитична с кем-то бронится. Тварь, дрянь ты этакая, черт. Кого это, думаю? И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь, и из нее вылетает наш генерал. Весь красный, глаза выпучены, волосы словно черт на них подул. А она ему вслед, дрянь, черт. Врешь. Честное мое слово. Меня, знаешь, в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и как дурак ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка. Смерть и вдруг позволяет себе такие слова и поступки. Это значит, думаю, генерал хотел ее рассчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей, и отчеканила его на все корки. Все одно, мол, уходить. Взорвало меня. Пошел я к ней в комнату и говорю. Как ты посмела, негодница, говорить такие слова высокопоставленному лицу? Ты думаешь, что он как слабый старик, так за него некому вступиться? Взял, знаешь, да и смазал ей по жирным щекам разика два. Как подняла, братец мой, ты выск, как заорала. Так будь ты трижды неладно, унеси ты мое горе. Заткнул я уши и пошел в лес. Я так полчасика походил, да бежит мне навстречу мальчишка. Пожалуйте к барину. Иду, вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит. «Вы что же это, — говорит, — это у меня в доме устраивает?» «То есть как, — говорю, — ежели, — говорю, — это насчет Никитишны, ваше высочество, так я ж за вас вступился. Не ваше дело, — говорит, — вмешиваться в чужие семейные дела. Понимаешь? Семейные!» И как начал брат он меня отчитывать, как начал печь, чуть я не помер. Говорил, говорил, ворчал. Да вдруг, брат, как захохочет ни с того, ни с сего. И как, говорит, это вы смогли? Как это у вас схватило храбрости? Удивительно. Но надеюсь, друг мой, что все это останется между нами. Ваша горячность мне понятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно. Вот, брат, ему даже удивительно, как-то я смог такую важную паву побить. Ослепила баба. Тайный советник белого орла имеет, начальство над собой не знает, а бабе поддался. Большие, брат, привилегии у женского пола. Но... Снимай шапку, несут генерала. Орденов-то сколько, батюшки, свет. Ну что ей-богу пустили дам вперед? Разве они понимают что-нибудь в орденах? Заиграла музыка.